Друзья, сегодня наша последняя заруба в спортивном комплексе «Салют Гераклеон». Гантели Baby Inch, каждая весит 53, да? 53. Ручка 60 миллиметров? 60 миллиметров. Однажды именно эти гантели удерживал легендарный рукоборец, к сожалению, погибший Андрей Пушкарь. И Андрей Смольников говорит, что Андрей продержал почти минуту эти две гантели. Партнер нашей федерации постоянный Пушкарь Андрей. Естественно. 20 секунд. Тридцать секунд. Устоите рекорд Украины, который поставил Купинский Игорь предыдущим своим выступлением. И сейчас увидим. 40 секунд. 48 секунд. Сейчас мы, я, Павел Бабич, Александр Мясник, попробуем продержать сколько сможем. Смысл в чем? Спереди держать нельзя на бедрах, только по бокам. Я должен взять эти две гантели, поднять. И как только я распрямился, Паша, сразу включаешь время. Как только я распрямился. Все. И сколько я продержу? Как только одна гантель упадет, время останавливается. Понял. Фух. Понятия не имею, сколько я продержу. Почти как Пушкарь? Блин, я не ожидал, ребята, серьезно. У него просто мизинец не помещался, ребят. Если честно говорить. У него кисть вот такой ширины, и он держал только тремя пальцами. Да, четырьмя, да. Мизинец просто вот так вот на шпаре. 52 секунды, да? Так, Паша, как только ты распрямился, сразу раз, ровно встал, гантели по бокам, я сразу тут же нажимаю. Я готов? Давай. Пошло. Фух. Кисти вот такие. Десять. Все еще только весь кайф не начинается. 20. Держи. В конце не забудьте, если что, ноги свернуть, чтобы на ногу не упало. 30. 32,5, где-то 33. Как ощущения? Ощущения. Ощущение, что пальчики онемели немножко. Да? У меня тоже вот такая рука. Ну классно, мне понравилось. Сейчас Александр Мясник, насколько я знаю, станет выносливостью. Но ты же когда-то там ездил на доках. А, ну у него с хватом круто все. Но говорит, хват именно он проверял на силу, а не на вынос. У тебя там даже какое-то звание было? Ну, МСМК поднимал. 98 на Роллин. Роллин, да, 98. Да, ну и на таком забитом, так сказать.
Амрай, допустим, на это, на силы рук, там я поднял 8. Совсем разно. Ну все, проверим сейчас Александра. Там включил? Нажато красный. Да, да, да. Так, смотри, ты поднял, да, распрямился, да. Я сразу включаю. На 7 секунд больше, чем я. Семейная жизнь, как бы, извините меня, руки слабее стали. Девушка сжигает твою мышечную массу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Друзья, вот и все закончилось. Гантели Бэйби Инча. Александр продержал 39 секунд. Паша 33 секунды. Никита не держал, потому что это для него слишком большой вес. Мы тут... собрались тяжеловесы, да, каждый сотку килограмма более весит. Я продержал 52. Спасибо Сергею Александровичу Еремину за то, что мы здесь все сегодня встретились, имели возможность потаскать все эти железяки. Спасибо моим сегодняшним компаньонам-участникам Сане Мясняку, Паше Бабичу и сыну Андрея Смольникова, Никите. Всем пока, всем здоровья, всем мега-супер-пупер мотивации. Мы обязательно сюда еще вернемся. И через полтора месяца мне будет 40 лет 31 марта. И я обязательно сюда вернусь с кем-нибудь. И я приглашу и Саню, и Пашу. Смогут, не смогут, может еще кого-то. И мы попробуем бахнуть здесь новые рекорды. Прямо в мой день 40-летия. Не знаю, мне кажется, это лучшее празднование такого дня. Может для кого-то что-то иное, но для меня это самое прикольное и самое интересное. Но на сегодня все. Всем спасибо. Все, Лех, тебе спасибо. Всем пока. А сейчас пора ехать дальше пропагандировать спорт. Спасибо.